выдав живот. Правая рука. Переходим на левую ногу. Правую ножку взяли и поставили на внутреннюю сторону бедра. Вот вы поймали равновесие, да? Ногу ставим мягко. И для того, чтобы ваша нога удерживалась там комфортно, вам желательно почувствовать вот пальчиками, почувствовать ненапряженность внутренней стороны бедра. Тогда ваша нога уходит подошвой как бы в мягкую поверхность. Работать на коврике тяжелее. Соединяем. Держим. И теперь ведем сосредотачиваемся в области тельчика и начинаем раскрывать руки на вдохе. Мягко, как будто бы цветочек распускаете. А теперь собираем. Теперь снимаем нагрузку с левой руки. Не клинило ни у кого. На полу жестком легче стоять. Здесь получается как бы ковровое покрытие и коврик, поэтому может быть тяжелее. И теперь пробуем сделать аналогично с другой ногой. Это такой минимальный как бы вариант. Встали. Переносим вес тела. Раз. Берем рука в сторону. Поставили. Почувствовали, что нога туда ушла. Как будто вазу вот вы держите над головой. Или щит такой греческий. Соединяем. И вот, когда вы ведете руки вниз, попробуйте включить ощущение, когда руки проходят мимо лба. Опустили.
Это вещь, которая, кстати, слышали, да, уже, я, по-моему, кидал вам. Традиционно говорят 5 органов чувств, да, кто-то там 6, но уже четко установлено 20 органов чувств человека. Слышали это? Да? Я просто списка этого не видел. Там они вводят орган, один из органов чувств, это равновесие, там, интересно было бы весь список, как бы, чтобы огласили, но такое сообщение. Чувство гармонии, чувство локтя, там можно написать. Нет, ну, понятно, там сострадание, сопереживание. Нет, там, я так понял, что именно не психические чувства. Так, отлично. Давайте. Как будто чувствительность поднялась и... Палочки запахли? Да. А, ну вот, видите, аж оттуда чувствуется сразу, да? Въехала, вот мы включили чувствительность и какие-то молекулы добежали. Теперь следующий вариант. Снова переносим вес тела на левую ножку. Правая рука. Берем себе за большой. И пробуем подтянуть себя за пяточку. За голеностоп. Держим. Пробуем отвести колено. Вот ягодичная мышца включили. И ягодица включается. Медиальная сторона выключается. Вот как она работает. Хорошо. Теперь беремся за большой палец ноги и уводим руку назад. Поймали, да, есть, держим. Опустили левую руку на лоб. Вдох со лба. Рука уходит вперед. Держим. Захватили. Потянули. Держим. Ногу ведем вперед. Пробуем опять сработать ягодицей. Берем за большой палец. Отводим. Левая рука. И теперь мы раздвигаем стенки. Нога уходит. Собрали. Ладошка сюда. И уходим вперед. Оп. Рука вниз, наклон. Теперь сгибаем ногу в колени.
Пробуем постоять на носочке. Теперь опускаемся. Бедро на полу. И наклон вниз. И вот с полулотосом пробуйте наклониться. Сначала на уровень колена, а теперь чуть-чуть ногу выставили вперед. И пробуем наклониться между стопой и коленом. Поднялись. Есть. Поднимаемся еще раз теперь отсюда. Серия такая, да? Опять стопы. На ширине плеч. И с левой ногой работаем. Переносим вес тела. Несколько движений, вот, приподняли и ягодицу включили. Мы не только их растягиваем, но включаем функционал силы. Вот оно. Взяли за большой палец, опустили. Нога ушла назад. И опять ягодицы. Берем за большой палец. Раздвигаем стену. Собрали. Опять. Раз. Раз. Вот это вот включение ягодицы может корни изменить или отстроить поход. Шаг.
болтанка, значит, это какой-то канал, вы не можете четко отстроить. Есть напряг, который не можете снять.